Добрый день, с вами Филипп. Сегодня в этом блоге на нашем канале я хочу с вами поговорить о теме пиратства и бесплатного обучения. Для меня это все очень сильно связано. И вообще я считаю, что одно вытекает из другого. И вот здесь вот у человека есть очень четкие критерии того, что с ним можно работать с точки зрения психотерапии и смены убеждений. Давайте теперь поподробнее. Я часто встречаю такую забавную концепцию у людей, что типа наши тренинги или вообще любые тренинги должны быть бесплатными. Меня это умиляет, потому что, смотрите, я плачу за студию, я плачу за технику, я плачу за работу операторов, я плачу за монтаж, я плачу за визаж, я плачу за все. И как легко догадаться, я эти деньги могу отбить, могу не отбить. Обычно отбиваю, конечно. И вот знаете, когда ты вкладываешь именно свои деньги, не какие-то там абстрактные, а именно свои деньги в то, чтобы сделать продукт хорошим, а тебе какой-то персонаж в интернете заявляет, типа, а давайте я его скачаю с торрентов, а потом посмотрю, а потом, если он мне понравится, я так и быть, может быть, его куплю. Каждому этому человеку я хочу задать один вопрос. Дорогой мой человечек, а давай ты устроишься ко мне на работу полгодика, а именно столько у нас срок продакшена тренинга, ты поработаешь, будешь работать вот как положено, то есть нормально пахать, а потом, если мне понравится твоя работа, я тебе, может быть, заплачу. Вот каждый из вас готов на таких условиях работать? Да или да? Что-то мне подсказывает, что вы скажете. Но когда вы потребляете продукт, особенно видеопродукт, вам кажется, что это абсолютно нормально. Мое мнение немножко другое. Я считаю, что если вы хотите, чтобы вам за вашу работу платили, научитесь платить за работу другим людям. Если вам дорого что-то купить, не покупайте. Смотрите видосики на Ютубе. На Ютубе есть много разных каналов, в том числе наш, на котором есть куча потрясающего контента, например, на нашем канале, который доступен абсолютно бесплатно. Например, у нас. Кстати, если вы на канал не подписались, подпишитесь. Вы понимаете, да? Вот это вот все. Если вам так тяжко платить за книги в электронном виде, идите в библиотеку, читайте там книги бесплатно, у нас есть библиотеки. А если тренинги для вас дорого, сходите на открытые уроки в институте, такие тоже есть. Там есть открытые лекции, можно бесплатно прийти, посмотреть, послушать, может быть, даже вопросы задать. Я вам могу абсолютно точно, имея на руках выборку за последние там несколько лет, у сотен моих студентов дать простую математическую формулу. Ваша месячная зарплата примерно равняется тому, сколько вы за прошлый год потратили на обучение. Если вы за год на обучение потратили 50 тысяч, примерно столько вы можете зарабатывать. Если вы за год на обучение потратили 500 000, и это были вот именно профильные нормальные курсы, на которых вы работали, это важно, то есть надо не только купить курс, но еще его пройти, мало того, пройти еще хорошо, то вы вполне можете выйти на доклад в 500 000. Вот в чем петрушка-то, ребят. Самый лучший, самый классный, самый потрясающий тренинговый продукт, если вы его скачали за бесплатно, в этой формуле даст вам 0. Все очень просто. Да, вам нужно проявлять ответственность. Да, вам нужно выбирать именно то, что вам нужно, именно то, что вам требуется, именно то, что подходит под ваши цели, а не все подряд. Да, надо не только покупать курсы, но еще их проходить. Да, в целом учиться полезно. И да, бесплатное обучение бесполезно. И все остальные фразы, типа «я ворую, но ворую вот столечко», это всегда очень забавно, потому что у морального разложения нет степени. Ты либо крадешь в целом, либо не крадешь в целом. Вот такое вот мое простое отношение к пиратству, обучению и всему вот этому вот. Если для вас эти слова были резонирующими, подписывайтесь и добро пожаловать в банду. А если вы считаете, что я зажравшийся толстый охеревший сукин сын, отписывайтесь и идите своей дорогой. Пока-пока.